Итак, ребята, сегодня вы увидите шикарный шурф, где мы снова подняли классные находки. Были просто сногсшибательные находки. Дорогие, между прочим. Так что с морем будет очень интересно. И сигнал просто бомба. Смотрите, какой красивый отпечаток. Смотрите, какой довольный. Он чемпион. Чемпион то, что он нашел то, что на шурфе очень тяжело найти в хорошем внешнем и целом виде. Смотрите, какая, грубо говоря, бомбочка вылетела. Смотрите, нашел в первый раз медаль с колодкой. Итак, ребят, находка крупная, монета вообще крупная, я уже вижу отсюда. Может быть, пятак 24-й или же какой-то царь огромный. И на первом штуке лопаты выпала вот такая вот диковина. Ворчит, ворчит, как старый дед. Но наворчал, ребят, наворчал женек себе монету. И это сегодняшняя снова сенсация. Снова грандиозная. Смотрите, какой древний. Да ну нафиг, сейчас что-то интересное здесь явно будет. Какой-то такой. Итак, ребят, в том конце дома пацаны говорят, что нашли клад. Всем, ребят, привет! Сегодня мы приехали на один замечательный шурфец, который нам предыдущие копы давал шикарные находки. Подняли очень много монет и посмотрим, что сегодня даст. Мы сегодня приехали втроем. Я, Михалыч и Евгений. Я, конечно, кто не знает, познакомлю следующим эпизодом. В общем, находки были шикарные, просто бомба, а не шурф. Если кому интересно, можете зайти, он из нескольких частей состоит. Вот. И если здесь будет шикарно что-то интересное, я вам, конечно же, продемонстрирую. Возвращаемся, идем к пацанам шурфить. Итак, ребята, ну что, с находки у меня. Давайте сначала посмотрим, что у Михалыча. Ничего, нет. Так, Михалыч. Всем привет, Михалыч. Вон у нас женек, Евгений, привет. В общем, только начали здесь вот, Михалыч здесь вот, а я вот здесь вот. Ну, у меня первый сигнал, еще ничего не откапывал, был сигнал. И сигнал просто бомба. Смотрите, какой красивый отпечаток. И смотрите, что. Это у нас звезда. Серебро, 50 копеек, 1922 год. Вот это да! Вот это первый сигнал, огонь. Блин, вообще, ребят, никакой мелочи не было, ничего не было, сигналов не было. И вот сразу выпал вот такой вот классный зачетный сигнал. Мужики, наверное, готовы меня, наверное, затоптать. Первый сигнал и полтинник. Да, ребят? Вообще классный, смотрите. Бомбическая находка. Поздравления жду в комментарии с первым серебром на этом шурфе, на этом. Так что я думаю, серебро здесь еще будет. Надеюсь, будет золото. Золото. Золото, серебро, рубли. Было бы зачетно вообще. Пойдет. Продолжаем. Итак, ребят, Михалыч свой шурф бросил. Женька свой шурф тоже бросил. Потому что, возможно, был пристрой. Всего-навсего на пару штуков. Монета, да? Вот, Михалыч сейчас монетку выдернул с этого места. Нет. 33-шка была, 24-й год. Вот, и они пошли в мою сторону. И, в принципе, нормально. У меня находка царская. 3-шка. Я уже ту сторону видел. Видел символику царскую, и по силуэту вижу по размеру 3-шка 1900
10 или 11, что-то в этом роде. Ну, не столь важно. Самое главное, рельеф будет хороший, высокий. Вопрос в том, что будут ли каверны после чистки. Не знаю, посмотрим. Но факт в том, что первый царь с почином меня. Не, сегодня будут находки у всех. Это точно. Итак, ребята, здесь очень много бутылок. Очень много я наковырял. Я в прошлый раз здесь два маленьких пузырька поднял. Но Женя сейчас был в расстроенных чувствах. То, что, блин, монет нету, все хреново. Говорю, Жень, монеты будут. Все сегодня будет шикарно. И у Женьки сейчас такой восторг был. Он даже побежал за сигаретами. Да, Жень? Доволен? Смотрите, какой довольный. Он чемпион. Чемпион то, что он нашел то, что на шурфе очень тяжело найти в хорошем внешнем и целом виде. Смотрите, какая. Та-дам! Такая вот огромная бутылка с царской символикой. Аптека. Блин, это вообще такая огромная бутылка. Смотрите, огромная. И целая. У меня есть такая, но она в два раза меньше. Это просто, а это здоровая. Блин, чудо, бутылка. Пол-литра. Да, Женька пока чемпион. Мое серебро с этим даже не сравнится. Блин, просто огонь. Жень, танцевать будешь? Не отдам тогда. Я тебе не отдам ее тогда. Я уже станцевал. Когда, вчера, что ли, да? Между прочим, Евгений сегодня это, с похмелья. Тяжело ему. У сына вчера был юбилей. Вот. Так. Михалыч что-то клюнуло. Ничего не клюнуло. Нету? Сорвалась поклевка. Но вот это просто, ребят, шедевр. Просто шедевр. Не? Капсуль, наверное, какой-нибудь. Блин, ребят, я за такой даже сейчас опрокину бутылочку, рюмочку чая. Блин, просто огонь, ребят. Просто огонь, красотища. Буду искать свою бутылку. Ребят, сегодня на этом шурфе собрались одни фартовые. И сегодня пока с большим отрывом оторвался Женя. Почему? Выкопал он кусок. Вот кусок, смотрите. Кусок железа. А тут-то, вон что. Центральная часть створки. Блин, вот найти бы еще. Пытается он там еще вызвонить. Блин, налет. Ужасный, окаменелый. Но это точно створка, ребят. Это, блин, 100%. Потому что вот имеется по бокам зацепы. Блин, надо ее как-то замочить, что ли. И чуть позже вам покажу. Но находка просто огонь. Здоровый. Центральная часть створки. Классно. Итак, ребята, я уже банально советы не показываю. И уже вас готовлю к каких-нибудь там сенсаций, шедевров. И вот у меня сейчас, грубо говоря, бомбочка вылетела. Смотрите, нашел в первый раз медаль с колодкой. То есть все на месте. А что за медаль, я не знаю. Ее нужно хоть как-то почистить. Потому что я не знаю, рисунок ничего. Я сейчас ее тоже в баночку с водой засуну, пусть отмыкает. Именно только медаль. А саму планку я не буду в воду ложить. Но здесь проглядывается надпись «Советской армии 1918-1948». Ну, походу, юбилейная. Но все равно приятно, ребят. В первый раз я поднимаю монету. Ой, монету. Медаль. Именно по войне. Второй мировой. Сейчас посмотрю,
что у нас там как отмыкает. А наш чудесный. Так. Да, потихоньку откисает, ребята. Я думаю, откиснет. Я вам покажу, что это за силуэт такой. Пускай лежит в баночке с водой. Вот. И медальку тоже аккуратно положу в водичку. Только вот так вот, чтобы планка не мокла. Вот так, да. И посмотрим, что у нас там будет. Классно. День просто зачетный. По металлолому тоже. Смотрите, сколько металлолома. Здесь куча бутылок, куча железа. Что там, Михалыч? Крышка от часов. Зажиточно, товарищ, здесь жил. Зажиточно. А, вот, смотрите, видите, куча. Вот эта куча. И это у нас, смотрите, что. Это древнее, бля, древнее колесо. Вот это сегодня по металлолому Михалыч подзаработает. Фух, классно. Погода будет сегодня жаркая. Небо чистое-чистое. Время, наверное, сейчас часов только 8, наверное, доходит. Радует, ветерок вот есть. Мы продолжаем с маршрут. Итак, ребят, находка крупная монета. Вообще крупная, я уже вижу отсюда. Может быть, пятак 24-й или же какой-то царь огромный. Это, ребята, Катин пятак. О, ребят, я рукожоп. Ботнул прям по вензелям и проглядывается год даже. 1886. Вот такой вот зачетный, классный. Огонь! Мне пока прет. Будем продолжать бить этот фундамент. Надеюсь, еще такие же монеты выпадут. Еще одна медная монета. И это у нас... Ох, какой сохран. Просто бомбический. 24-й год. Хочу 25-й. Ох, как хочу. Классно. Фундамент у нас уже расковыряли хорошо. Все подняли монеты. Женька, наверное, штук 5 поднял. Вот. Я сейчас в кармашку залезу. Вам не показывал кое-что. Ну, сейчас продемонстрирую вам, чтобы вы были в курсе. Поднял вот такое количество монет. Так, 10 копеек, 2 копейки, 10 копеек, 3 копейки, пятачок, трешка и трешка. В общем, вот так вот. Вот такое количество монет поднял вот именно отсюда. Вот с этого вот пятачка, с маленького. Неплохо, неплохо. Вот такой здесь вот. Здесь Михалыч ковырялся. Трешку 24-го нашел. И, к сожалению, как-то умудрился потерять. Послушался, говорит, меня. Я все находки в карман складываю, а он в хабарницу. Ну, не всегда слушайте мои советы. Михалыч сейчас перебрался в другое место. Прощупывает там щупом, насколько будет там засыпка. Насколько будет перспективное место. Ну, с этого уголка на прошлой копии я там поднял неплохо. Неплохо. Ладно. Женька в поисках нового фундамента. Вот он. У него катушка мощная. У него терка 705. И он верховые пытается что-то найти. Ну, посмотрим. Каждый занят своим делом. Все, продолжаем. Итак, ребят, продолжаем свой шурф. Добиваем уже. Вот, Михалыч по материку идет. У меня здесь еще на штык лопаты. И на первом штыке лопаты выпала вот такая вот диковина. Факт в том, что здесь прорисовывается буква А. Александр. Может быть, Александр Первый, Александр Второй. Как, я даже не знаю. Но вещица старая. Жалко с утратами. Но вот здесь вот есть
одна точка, вторая точка и третья точка крепежа к чему-то. И эта символика, наверное, все-таки царской. Здесь, по-моему, то ли око какое-то и буква А. Специалисты или же кто любит загадки, пожалуйста, прошу вас, проштрудируйте информацию в интернете и отпишитесь, что это такое. Ну, вещь увесистая, тяжелая. Может быть, от погон времен наполеоновского такого времени. Ну, не знаю. Не знаю, это просто догадки мои. Как вы видели, на шурфе я поднимал и Екатерину. Так что все возможно. Все возможно. Ладно, продолжаем. Поблуждав по просторам интернета, я выяснил, что это вензеля с погон. А что за вензеля, я вам немного поясню. С 1909-го крымский конный Ее Величества, государыня, императрица Александра Федоровна Полк, супруги Николая II, если кто не знает, по случаю назначения шефа. На погоны и эполеты чинов полка присваивали вензеля Александры Федоровны, А.Ф. Штаб и обер-офицерам белого металла, а нижним чинам белой краской по трафарету. Полк участвовал во многих битвах, послужной список вели. Но в 1917-м крымский конный полк шеста отменено в связи с отречением императора. Так что наш фундамент непростой. Тут жил офицер крымского конного полка, императрицы Александра Федоровна. Ну а сейчас смотрим продолжение классного шурфа. Что все возможно. Все возможно. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, пятачок желтенький. Остается посмотреть, какой год. Год, к сожалению, 54-й. Но монетка более-менее такого внешнего вида неплохого. Есть, конечно. Так, это болячка. Да, видите, болячечку содрал, а там проявляется язвочка. Есть стекляшечка вот такая, ребят. Классная стекляшка такая. Это не пластик, а стекло. Красивый такой, знаете, на солнышке играет. Имеются грани. Что это тоже? Не знаю. Специалисты есть? Прошу отписаться. Вот такое вот красивое стеклышко. Что это? Прошу написать. Приятная вещица. На солнышке классно играет. Ладно, Михалыч там одну за другой советики дергает. Копеечки, двушки, трешки, десятки. Все-все-все там есть. А между прочим, вон наш Евгений. Он там что-то в одном месте прям припаялся и копает. Схожу-ка я к нему на разведку. Узнаю, что там интересное. Копает и молчит. Может быть, там злато тягает? Сейчас узнаем. Итак, ребят, в общем, закончим мы с этим фундаментом. Вот. Сейчас переместимся в другое. Все. Как бы на этом и закончили. Пойдем в ту сторону и посмотрим, что там. Итак, ребят, ищу новые шурфы. Щупом продавил здесь, в принципе, глубоко. Сделал несколько выбросов. И у меня выпала монета. Монета, вот она. Ой, царь. Царская монета. 3 копейки 1898 года. Вот так вот. Причем это угол. Угол дома. Дом стоял вот так вот. С первого угла походу вытащил. Между прочим, я считаю, что это вторая закладная, которую я сегодня дернул. Звезда серебряная тоже у порога была, у входа в дом. И вот сейчас угловая. Мы разделились на три группы. В одной я, в другой Женька, а в другой Михалыч. И разбрелись. Вон голова Женькина. В общем, какой у кого фундамент начинает выстреливать,
мы к тому человеку и присоединяемся. Но это у меня не выстрелило, ребят. Это просто единичный случай. Посмотрим, что у нас дальше будет. Итак, ребят, нашли новый фундамент. Монеты пошли сразу, но монеты... Женька ворчит, недовольный. 60-й, 70-й, 85-й, да, последний, Жень? В общем, не очень интересные монеты. Ворчит, ворчит, как старый дед. Но наворчал, ребят, наворчал Женек себе монету. И это сегодняшняя снова сенсация. Снова грандиозная. Вон там вон, фундамент, где подняли 2 копейки. 2 монеты по копейке 25-го. И среди советских монет 60-е, 80-е года вышла очередная сенсация. Женька уже танцевал, между прочим. Танцевал. Спать он перехотел. Итак, ребят, видео получилось длинное. Я его, может быть, разобью на 2 части. Так что в первой части будут шурф, а вторая часть будет блуждение по старым домам. Может быть, что-нибудь у нас в старых домах получится. То есть будет какой-то легкий сталк. Так что не обессудьте, на 2 части разобью.